Пацаны мои, всем привет, коллеги, подписчики, друзья, особенно потенциальные клиенты. Вот все как-то удивляются, почему стоимость свечных работ относительно велика. Я вам объясню почему. Потому что на улице ветер страшный, снег валит, высота до пола метров под 8, а ты не поделаешь, необходимо класть трубу. Поэтому, когда будете заказывать какого-нибудь печника для своих работ, накладки там, печки, либо даже обычного дымохода на трубе переложить, на крыше переложить, вот и подумайте, какова эта работа. Легкая ли она? Но я думаю, что сегодня уже затопим. Осталось совсем фигня. Ну что, первое. Растопка камина. Сейчас в закрытом режиме. Вот так. В открытом. Дым не выбивается. Работает все отлично. Зуб облизывает. Серега, скажешь пару слов? Или нет? Камин горит супер. Все класс. Я доволен. Сема молодец. Но это еще не конечный результат. Еще будут обкладываться плиточкой. Сегодня просто затапливаем, чтобы узнать, как он будет работать. Работает хорошо. Подсос с улицы работает тоже здорово. Так, вот сейчас притих. Открываем. И... слушаем. Где там, чтобы послушать тягу? Слышно. Шумит. Так что все. Сегодня красу у заказчиков друзья. Так что будут прям в нем шашлык жарить. Общий вид. В необложенном виде. Вот так. Как все закончится до конца, как положится мраморная плита и плиткой обклеится, покажу еще раз. Вот так все. Всем спасибо, кто оставался с нами.